Парадокс, что ты нуб и говоришь про демона. Ну, в предыдущем видео я говорил про Изи Демон, и после моей речи я его все-таки прошел. Так что иди отсюда, сегодня я вам покажу странные уровни. И надеюсь, не будет никаких парадоксов. А еще, кстати, с этого видео начну вставлять один комментарий, который мне больше всего понравился. И да, я под каждым видео все читаю, так что если вы хотите спросить что-то толковое, то спрашивайте, я с удовольствием вам отвечу. Первые два уровня будут не такие удивительные, но остальные, как мне кажется, реально заслуживают внимания. Подробно разжевывать, как это все сделать, я не буду, но при желании, если я увижу много ваших комментариев с этой просьбой, то засниму туториал. В первом уровне у нас просто отсутствует название, почему бы и нет. А в этом уровне ничего кроме этого нету, так что можно идти дальше. Но во втором у нас нету трейла у волны, а также самострелка время от времени пропадает. Окей, это еще мелочь, давайте плавно переходим к следующему. Да-да-да, вот так плавно, в самый раз. И в третьем у нас просто творится жесть. Предлагаю показать уровень с самого начала. Мы появляемся, и нас каким-то образом подбрасывает вверх, причем без телепортов, ну а затем вниз. После этого мы становимся пауком, с которым творится просто какая-то дичь. Ну а после этого он и вовсе замирает на месте. Ну а заслуженное первое место получает хоть и не багованный уровень, но все равно довольно-таки какой-то трешовый. Предлагаю посмотреть геймплей этого левела. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete, yeah, My Little Pony, do you know you are my very best friend? Ну, в отличие от моего видео, этот уровень даже прокомментировать сложно. Если вы хотите туториал, как сделать какой-то из этих уровней, то напишите об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Неллис, всем пока.